Константин, к вам курьер. Может быть, вы выйдете? Здрасте. А Юру можно? У меня для нее посылка. А Иры нет. Ну, передайте тогда, что... Нет Иры. Совсем. Константин, может быть, вы домой пойдете? Помощник из вас, если честно, так себе. Нет. Все нормально. В смысле все нормально? Я одна ничего не успеваю. У меня эти цветы уже знаете где? И выручки, если честно, совсем никакой. Может быть, вы продадите магазин? Я все понимаю. Лариса, магазин я продавать не буду. Хорошо, замечательно. Тогда давайте что-нибудь делать. Как много у вас цветов. Прямо карнавал. Угу. Давайте помогу выбрать. Вот у нас нарциссы красивые. Вообще это не нарциссы, а ирисы. Но я по объявлению. Можно у вас работать? Я Маша. Константин. Маша, а опыт работы у вас есть? У меня вообще никакого опыта нет. Я раньше в деревне жила, а теперь вот приехала. Почему вы решили вообще, что сможете у нас работать? Потому что я люблю цветы больше всех на свете. Хорошо, Маша. Беру вас на испытательный срок. Ну а что? Должен же кто-то здесь любить цветы. Спасибо. А можно я помою пол? Зачем? Цветы любят, когда чисто. Ладно. Лариса, а покажите, где у нас тут все. А я схожу на обед. Вам что-нибудь взять? Спасибо. Не надо. А вам? А можно мне травяной чай? Хорошо. Маша, пойдемте покажу, где тряпка. Послушайте, вы тут типа хозяин. Берете кого хотите, а работать-то с ним не. А что такое? Она долбанутая какая-то. Вначале пела цветам, а потом ругалась на них при клиентах. Вот пела. Вперед, вперед. Сюда, еще. Чего вы здесь стоите? Ну, вы же красавица, красавица мой, красавица. А ну-ка, что делать? А вы что, с ними разговариваете? Да. Вы не против? Я им еще и пою, чтобы им веселее было. Цветы ведь это как счастье. За счастьем нужно ухаживать. Помогать ему расти.
Знаете, я в последнее время в счастье не очень разбираюсь, но рискну. Закончим ваш испытательный срок досрочно. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Спасибо. Поживают ваши лилии? Отлично поживают. Передавали вам привет. А возьмите им еще друзей. Девушка. Еще такие цветочки, чтобы они потом стали ягодками. А вы где были? Лиры. А у нас тут списание было. Это с тех пор рыдает. И у нас продажи по нулям. Маш. Ну ты чего? Они умерли. Маленькие мои. Но ты же сама говорила, что цветы — это счастье. А теперь его нет. Да, но... Понимаешь, жизнь цветка, как и любая другая жизнь, она не задумана длиться вечно. Но она задумана быть счастливой и дарить счастье окружающим. И наши цветы, они так и делали. А теперь их нужно отпустить. Можно я заберу их и похороню? Да, конечно, похорони. Они заслужили. Лариса, вы еще не ушли? Нет, тружусь, всякий пчелка. Ларис, я решил продать магазин. Зачем? У нас же все налаживается. Да не совсем. Понимаете, это не моя жизнь. Это не мое дело. Пора
закрыть эту дверь и идти дальше. Вы сейчас ее открыли наоборот. Ладно, поняла. Прошу. Ну вот, зал, как видите, просторный, но при этом уютный. Сейчас я познакомлю вас с нашей лучшей сотрудницей. Минуточку. Доброе утро. А где Маша? Так она с утра пришла, забрала вещи и все сказала, уезжает. Да? Ну, тогда... Вот, знакомьтесь. Лариса, сотрудница года. Все вам здесь покажет. Очень приятно. Здравствуйте. Извините. Да? Ну вот. Больше вам не придется меня терпеть. Ну почему же сразу же терпеть? И куда вы теперь? Без понятия. Наверное, куда-нибудь, где я буду по-настоящему счастливым. Осталось, правда, понять, куда именно. Вам я, кстати, тоже советую так сделать. У вас еще все впереди. Спасибо. Может быть, букет на счастье? Ларис, да не люблю я эти цветы. Ой, вам Маша просила передать. Спасибо. Ставить.